Привет, Аня. Я Вайко Глеб, отличный из Белорусского державного университета на зимней сессии 2016 года. Официально за несдачу заліку, але по факту за организацию студентского марша мы такого было притягнуть увагу громадства до сутности студентского самокирования у белорусских университетах, а так само спынение репрессий в дочинении студентских активистов. На дворе весна 2017 года, але уже есть отличные студенты за удел у громадских акциях. Хутка сессия летняя, и отличных будет еще больше. Я звертаюсь до международной супольности, что супрацовничает с белорусскими университетами и их марионеточными студентскими организациями, такими как БРСМ, Студентский союз, Ассамблея БДУ. Спынитесь! От вашего супрацовничества с ними нема никакой рыси для белорусского громадства. Эти люди дотычны до репрессий, а вы за это им оплачиваете бесплатные стажировки и обмены у своих университетов. Я звертаюсь до международной супольности и закликаю вас спынить супрацовничество с белорусскими университетами, что дотычны до репрессий. Я закликаю международную супольность подтримать отличных белорусских студентов для наихудшего развития белорусского демократичного громадства.